Селенгинский район имеет древнюю историю, уходящую вглубь веков. В прошлом форпост границ российского государства, сегодня Селенгинский район – это динамично развивающийся лидер экономики Республики Бурятия. Здесь проживает более 43 тысяч человек с районным центром Моногород Гусиноозерск. Селенгинцы называют свой район энергетическим сердцем Бурятии и Бурятии в миниатюре. Гусиноозерская ГРЭС, угольные компании и малый бизнес – ядро экономического развития города, в котором проживает половина населения района и аграрии села. Импульсом для развития стало активное привлечение инвестиций в экономику района. Мы четко понимаем, что инвестиции – это ключ к дальнейшему развитию Селенгинского района. Так, только за последние 5 лет в экономику нашего района привлечено более 10 миллиардов рублей, создано 17 новых производств, 5 сельхозпредприятий, более 50 объектов потребительского рынка и придорожного сервиса, созданы зоны экономического благоприятствования промышленно-производственного и туристско-рекреационного типа. При этом приоритетом остается задача по импортозамещению, и район четко движется в этом направлении. Для этого муниципалитетом создан новый институт поддержки бизнеса «МАУ «Артерия» и запущена программа «Село-город». Как это работает? Наступила осенняя пора! И все сельхозтоваропроизводители занялись уборкой своего урожая. Решив одну задачу перед фермерами, стоит следующая задача – реализация своей продукции. Картофель. Один мешок – 800 рублей. Вложив столько сил и средств, фермеры вынуждены продавать свой товар самостоятельно. Горожане готовы платить за качественную и свежую продукцию, а фермеры хотели бы продавать свою продукцию по выгодным для себя ценам. Но они не могут найти друг друга. Сельчане не имеют прямого выхода на рынок. Муниципалитет, также и аграрий, заинтересован в выстраивании грамотной ценовой политики. Вытеснив импорт, мы сможем дать мощный импульс для развития сельского хозяйства района, субъекта, страны. Артерия – это альтернативный рынок сбыта сельскохозяйственной продукции. Создание замкнутого цикла от производства до реализации сельскохозяйственной продукции путем мобильного рынка – это средство коммуникации, позволяющее избежать посредников, и единое информационное поле для производителей и потребителей продукции. На первом этапе реализации проекта нам удалось достичь товарооборота почти в 3 миллиона рублей. Развитие проекта в фермерской среде повлекло за собой развитие кооператорского труда, а именно создание СПОКов, о необходимости которых говорил президент нашей страны Владимир Путин на последнем госсовете. Подключайтесь к нам. Прямая связь – залог успеха.